Великий Новгород готовится принять фестиваль народных промыслов и костюмов «Сарафан». Его участниками в этом году станут более 40 мастеров. Гостей ждет насыщенная программа, показы традиционных нарядов и работ современных дизайнеров, которых вдохновляет история русского костюма. Народно и модно. С этим девизом фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан» живет уже четвертый год. Стартовал он в августе 2015-го в Старой Руси, а сегодня уже идет по российским регионам. Дефиле в русском стиле с успехом прошло в Вологде. Ожидается, что «Сарафан» совсем скоро выйдет и на международный уровень, и презентация работ российских дизайнеров пройдет в Америке. Также запланирована реализация сопутствующего проекта «Нарядный транспорт». Автобусы, троллейбусы и трамваи города будут расписаны традиционными узорами и мотивами народного художественного промысла. За все время участие в проекте приняли более 80 мастеров-ремесленников, этнографов и дизайнеров. Если брать масштабно и широко, мы говорим, что фестиваль «Сарафан» — это прототип фестиваля «Свое», если это фермеры, то здесь это дизайнеры. Мы не берем за участие никакие деньги. Мы помогаем ребятам раскрыться, мы пока помогаем людям увидеть бесплатно на площадке, на открытом доступе, как происходит, что такое мода. «Сарафан» вошел в топ-3 этнографических фестивалей начала осени. И пройдет он на этих выходных в Великом Новгороде на Ярославовом дворище. Начало в 10 и в субботу, и в воскресенье. В программе показ одежды от российских дизайнеров и реконструкторов народного костюма. Выставка-ярмарка художественных промыслов. На фестивале выступит гитарист-виртуоз Энвер Измайлов.